Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Так, у меня ежедневные две пиньяты. А ну-ка посмотрим, что нам здесь достается. Подсолнух. И могилоед. Дальше у нас с тобой 8 картофельных мин. О, 3 бумеранга. 3 ореха. И все, ребята. Так, на следующий день мы с тобой получим всего лишь 10 гемов. Ладушки. Ну что, друзья мои, у нас с вами... Ага, конечный этап на ивенте. И поэтому мы приступаем. Мне уж больно хочется получить пиньятушки там дополнительные. Помимо того, что здесь мы с тобой получим призы. Но, как ты понял, да, новогодние ивенты у нас с тобой закончились. Мы вернулись в обычный режим. И тут ядрен батон. Куча гаргантюа. Я бы даже сказал, не то, что куча, а там одни гаргантюахи, по-моему, будут сейчас идти. Так, вишневую бомбу я, наверное, придержу. Жестко, жестко начинается. Что я тебе могу по этому поводу сказать? Чё-то мне это совсем не нравится. Давай, кукуруза. Бомби по нему пока. Так, он один, да? Пока он будет один, друзья мои, здесь ходить. Нам нужно с вами в этот момент быстренько тут застроить все. Естественно, вот эти вот цветочки мы не должны с тобой никак потерять. Ага, этот гаргантюа у нас с тобой идет под удобрением. Надо его как-то нахлобучить. Куда ты? Зачем ты бросил своего шитика? Зачем ты бросил? Вот скажи мне его, а? Ага, значит, две вишневые бомбы достаточно для того, чтобы уничтожить вот этого гаргантюа. Не знаю, как насчет других. Да заморозься ты. Ходит он, понимаешь ли, тут. Тоску наводит. Давай еще кукурузу влепим. Ага, там еще один идет. Пират. Помню я таких. Ну-ка. На тебе. А им по барабану. Им просто пофиг на все, понимаешь? Они пришли тут погулять. Слава богу, у меня есть удобряшка. Я могу ее использовать. Соответственно, они все тут... Ребята... ослепнут, встанут на месте. Но пока мы не будем с тобой этого делать. А вот вишневую бомбу я, пожалуй, применю. Так, куда бы ее тут? Есть, отлично. Но-но-но-но-но-но-но-но. Гаргантюа, не спеши, родной. Блин, он опять этого хлыща сейчас своего бросит мелкого, да? Который сзади там сидит. Или не успеет. Ну-ка, давай-ка мы вот так вот сделаем. Прекрасно. Да, слава богу, у меня кукуруза, ребята, ну, я не скажу, что топово прокачана. Но и сказать, что плохо, тоже не могу. Не надо, не надо. Смотри, уже собрался своего голодранца бросать. Видишь? Поэтому, если что, мы сейчас... Хотя, подожди секунду. А, не успел, а кто не успел, тот опоздал. А кто опоздал, тот и проиграл. Верно? Да, друзья мои. По-другому никак. Блин, ну кукурузка, ну отменно, отменно бомбит. Конечно, ты сам должен понимать, урон у нее не особо такой мощный. Но зато вот, как она станет зомбарей, это очень классно. Ну-ка, бумс, опа, опа, а вы-то откуда? Нет, давай-ка вот так сделаем. Я не хочу, ребят, чтобы они тут ходили по моей территории. Соответственно, мы их сейчас... У меня еще есть удобряшка, поэтому как только они отойдут, мигом с тобой бросаем следующую. Они уже отошли, так... Нет, 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 этот... Бумс. Так, мы его подбили. Они сейчас будут топтать. Они будут сейчас топтать мои растения, ты понимаешь? Я ненавижу, когда зомби топчут мои, извини меня, цветочки. Кто они такие вообще, а? Кто им дал такое право, извини меня, ходить по моим, извини меня, огородам и топтать? Тем более сладкую кукурузу. Я на это добро не давал. Кукурузу мы любим. А гаргантюа, конечно же, нет. Ну что, друзья мои, отлично мы здесь выиграли. О, рисовая, да? Рисовая у нас растяжка выпала. Мы будем с вами бросать рис. Взрывной рис, я бы так сказал. И что у нас тут? Еще пиньяту мы с тобой зарабатываем. Вот она. А в ней 4000 голды. Неплохой такой бонус. Так, ребят, я повторю. Еще разочек хочу пройти. Тем более, ивент довольно легкий.
Ну что, бро, ты готов? Я лично готов. Ну, я, наверное, буду здесь уже играть на ускорении, потому что, в принципе, мне все здесь понятно. И чтобы пройти нам как можно быстрее, да, мы, наверное, с тобой ускоримся. Вот так. Да-да-да-да-да-да, конечно, конечно, и идет он. А хо-хо, не хо-хо? Так, давай, наверное, вот сюда еще поставим. Вот сюда, везде с тобой сделаем, да, эти капельки, пускай стоят. Как только какой-то гаргантюа пойдет, чтобы сразу его уничтожить. Сразу же, хова. Так, кукурузки, это, ребят, всегда хорошо, это всегда очень мило. Тем более, когда они на лицо зомбарям вот такую вот плямбу. Я не знаю, мед это, скорее всего, или масло. Ну куда, ну куда, куда ты разогнался? Ну вот куда ты разогнался? Объясни-ка мне на милости, а? Тебе сейчас тоже достанется, ты не думай. Зомби-пират. Давай так, наверное. Бумс. Поставим сюда. Видишь, все, все, ребят, замораживаются. А вот это вот ты зря. Вот это ты зря делаешь. Да хорош. Еще не хватало этого мелкого, чтобы тут он кусал мою сладкую кукурузу. Да ну. Ребят, ну так нечестно. Так, надо ускорение, наверное, убрать. Или что? Не нравится мне это все. Ой, не нравится. Давай, наверное, вот так с тобой сделаем. Все, шикарно. Еще пока потусуемся с тобой. Так, куда бы эту капельку? Давай сюда, наверное, под ноги ему подкинем, да? А если я еще вот так сделаю? Бамс. Минус. Так, тот заморозился, это прекрасно. Это очень круто, можно, наверное, ускорение уже врубать. Сейчас я их здесь везде, ребят, понатыкаю. Кукурузу эту. Сюда, наверное, можно вот так сделать. Этого в зам... Подожди-ка, а, ну да, поставил. Вот, вот это вот плохо, ребят. Когда они тут всем скопом прилетают. И, кстати, заметь, там он зомби с флагом. Да-да-да. Ну-ка. Пофиг ему, ребят. Куда ты? Куда ты разогнался? Так, убираем ускорение пока, потому что что-то как-то здесь напряжненько, ребята, напряжненько. А ну-ка, влупляй. Так, мы здесь можем их подорвать? Прям двоих. Четенько. Так, а здесь, по-моему, тоже, да? Два гаргантюа. Здесь тоже два гаргантюа, поэтому мы, наверное, с тобой сделаем следующие. А стоит ли нам здесь тратить, а? Если они даже отойдут и пойдут, как говорится, на меня, да? Нет, у них нет шанса. Взорвем. Все. Ну что я тебе скажу. Ивент прикольный, и мы его полностью с тобой прошли. И получаем. О, картофельная мина. Зачем она мне? Ну, 1500 голды. Ну что же. А то, что нам взрывная риска досталась, это хорошо, ребят. Это классно. Так, давай теперь посмотрим, что у нас с тобой есть за ивенты. Ага, 100 гемов. Вот, есть у нас с тобой эпические квесты, я, наверное, именно с него и начну. Хотя, подожди секунду. Давай посмотрим, что у меня творится на огородике. Так, деньжат, кстати, деньжат 15 тысяч. Так, где у меня Жужу? Жужу, я тебя жду. Вот она, маленькая моя пчелка, давай, опыляй. Так, ну что, а мы с тобой сейчас еще зайдем на аренку. Я хочу просто, ребята, глянуть, не обновилась ли аренушка у нас. И, кстати, надо бы глянуть в Penny Pursuit. Так, что у нас тут творится? Ага, через 7 часов байгасета, да, заканчивается у нас. Да и, в принципе, мне все равно, ребята. Я это растение получил, оно у меня открыто. У меня 6 перчаток. Единственное, что можно побороться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 тысяч голды, вот это, короче, хороший, ребята, бонус. И на каком я месте нахожусь? На последнем? В серебряной лиге я на последнем месте? Не, ребята, так дело не пойдет. Так дело не пойдет, и я
пойду в бой. Я разозлился. С какого перепуга я на последнем месте? Видимо, у нас была новая лига. Я просто, видимо, посмотрел, но не участвовал. Ага. Какие растения тут дают? Ха. Хорошо, давай попробуем. Давай попробуем, что у нас из этого всего получится. Так, выставим, наверное, с тобой арбузики. Это нет, 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 нет. Какие чертовой бабушки арбузики, когда нам надо с тобой, наверное, вот так вот минами все закладывать. Все закладывать минами, плюс арбуз, плюс сумрачная катапульта. Поехали. Этот будет, по-моему, ребята, сжигать, да, растения, насколько я помню. Ладно, посмотрим. Мы с тобой все это... Ага, летающие, да вот уж дудки. Вот уж дудочки. Так, давай, наверное, вот этого. Нам нужно вот эти вот могилы, ребята, ломать. Возьмем таким вот образом. Так, заморозку, куда ее можно воткнуть-то? Ёб красоты, я не знаю, ребят. Куда-то можно, куда-то хотелось бы. Так, летающие быстро отсюда улетели. Бубух. Шикарно. Так, летающих есть, вот они, ребята. Просто скопом. Оу. А что это мы с тобой проигрываем? Скажи ко мне на милость. С чего это вдруг? Ну да, проигрыш идет капитальный, ребята. Я тебе скажу. Ох, ничего себе тут. Сколько энергии, сколько всего. Так, опять летающие, опять их, друзья мои, надо сдувать. Запускаю. Запускаю, естественно, сразу же сдуваем их. Так, ты, мы... Да ну, хорош, ты смотри, что делает, а. Давай вот так вот сделаем. Этих сдуем с тобой. Так, мы с тобой проигрываем. Вот что я тебе могу сказать. Блин, да я хочу вот эту штуку поставить. Что он мне не дает, а? Так, опять вроде бы вырвались с тобой чуть-чуть вперед. Так, дай удобряшку сюда мне. Ну-ка, влупим. Еще одну удобряшку мы с тобой нашли. Так. Подожди, я не могу понять, почему я вот это растение ставлю. Оно должно, по идее, могилы уничтожать. А почему оно это не делает? М? Друзья, объясните мне. Вот куда ты идешь, хлыщ? Сгорел? Вот так тебе и надо. Сдуваем, конечно же, нечего им тут делать. А эти там, смотри-ка, что. Могилы. Вот кто, ребята, разбрасывает эти могилы. Фиговы. Понял, теперь будем знать. Так, сдуваем, есть там кто-нибудь? Есть. Опять проигрываем, да? Опять, друзья мои, мы с вами идем на проигрыш. Я именно по очкам сужу. Очень мало очков, соответственно, у нас... Так, этих сдуваем. О, все, ребят, фейл. Почему фейл, я даже не знаю, ребят. Как умудрился? Что здесь неправильно я делал? У меня все вроде бы хорошо. Давай посмотрим, что там у нашего оппонента. Ну и что? Он хочет сказать, что он вот этим вот меня смог сделать. Это чушь собачья, ребят. Ладно, мы сюда еще вернемся с тобой чуть попозже. Все-таки я пойду и попробую сделать ивент. Так, вот он у нас, да, получается? Если я не ошибаюсь, это ивент, связанный... с ледяными комочками. Так. Пенни пришло, тут что-то нам повякало. Слишком много здесь могил. Зачем? Ага. Ну да, вот он, мистлтой. Сейчас будем с тобой делать приколюхи. Так, давай сюда эту редиску влепим. Наверное, вот сюда еще поставим. А комочки будем, естественно, бросать во врагов. Сюда. Единственное, что, конечно, очень долго она накапливает свой комочек вот этот вот. Но зато он имеет достаточно хороший урон. Так, что у нас там?
Чувак на фортепиано, да? Где? О, прям вот в эту толпу надо, ребят, забрасывать все. Ну-ка, а вот это лишнее. Это лишнее, ребята. Так, давай сюда, наверное, внизу. Полностью нужно нам с тобой здесь обстреливать. Так будет эффективней. Давай сюда бомбанем. Вон туда, потому что там осьминог идет. Точнее, шел. Теперь он уже отдуплился. Опять фортепиано, да? Ну-ка, влупляем. Очень-очень прекрасно. Так, где комочек? Вот комочек. Все-все-все, ребята, вот где их скопление идет, этих зомбарей, туда, конечно, надо и забрасывать там. Это самый лучший способ. Слушай, что-то они припарили уже один за другим. Но это последняя, я надеюсь, волна. Так что давай вжаривать. Вон там идут хламоны. Ну, бумкни. Вот так вот. Слушай, я думаю, все, шансов у них здесь вообще нету пробиться к нам. Фортепиано бомбим. Так, этого зомби тоже. Ну, в принципе, все, ребят. Отлично, мы тут с тобой сыграли. Последний зомби у нас упал. Ну и мы с тобой проходим дальше. Ничего здесь не потратили. Так, у нас, кстати, 15 тысяч. Нужно будет, наверное, кого-то нам прокачать из растений. Желательно те, которые требуют 10 тысяч монет. Ну что, мы с тобой продолжаем проходить ивент. Вторая битва у нас. И сейчас будем смотреть, что здесь. Что нас здесь с тобой ожидает. Так, Пенни опять выходит. Опять куча могил. То есть, что-то вот здесь вот мне не нравится вот этот наш пятачок, который мне... А зачем мне орех-то здесь? Так, секунду. Блин. Нам нужно расчистить место, по идее. Чеснок. А зачем нам чеснок здесь? Да ну хорош. Валите к ядре, не фени. Не пойму, чеснок зачем-то тут нам дали. Ну, предположим, я его сюда поставлю. Будет ли от этого какой-то толк? Не знаю. Вон они идут. Они идут. Ребята, надо, наверное, вот так сделать все-таки. Разочек. Ну, неплохо, неплохо. Так, теперь секунду, секунду, где? Вот они. Вот скопление, наверное, орех сюда влепим с тобой. А здесь поставим лук. И придется еще, наверное, удобряшку применить. Так, секундочку. Здесь. Потом сюда бомбанем. По идее, вот это вот надо мне расчистить здесь местечко. Вот тут сейчас я бомбану. Вот так вот. Уже хорошо, ребята. Но все равно маловато. Надо еще, ребята, вот здесь вот. Вот здесь расчистить. Слушай, с другой стороны, чеснок, это, честно говоря, мне очень мешает. Знаешь, чем? Тем, что он зомби перекидывает с одной линии на другую. И вот это плохо. А если я вот так сделаю? Орех тут надо будет влепить. Стоп. Стоп, 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 стоп. Ты куда это подкрадываешься уже тут, а? Ой-ой-ой. Что-то я не то, ребята, по-моему, сделал. А ну-ка, если я его, например, вот так вот. Зловонное дыхание. Там слишком много зомбарей. Так. Чего-то хочется сделать, что-то надо сделать. Я не могу понять, что. Давай, наверное, вот сюда. Ой-ой-ой-ой. Тут слишком много их. Слишком много их идет. Так, комочек есть. Комочек готов. Сюда его бросаем. Сюда бросаем лук. Сюда чеснок. Ну что, бомбим сюда, значит. Потом сюда. Удобрение. Его сюда тратим. Слушай, ну может быть у нас еще что-нибудь с тобой и получится здесь. Вот видишь, как они, ребята, они гуляют туда-сюда. Вот про это я тебе и говорил, что именно в этом большой минус.
Так, секунду, я даже не знаю, куда еще-то тут. Ну, давай сюда чеснок влепим. Комок сюда. Давай, зловонное дыхание. Чеснок, пожалуйста. Комочек, комочек, комочек вот сюда мы с собой забросим. Потом вот сюда. Я вижу здесь просто скопление, да, этих зомби. Сюда поставим лук, пускай он дышит. И вот, по-моему, ребята, это последний зомби у нас. Ну, а раз последний зомби, значит, мы их с собой сейчас уничтожим. Единственный плюс, если это растение даже не уничтожает зомби, она его замедляет, потому что замораживает. Заморозка. Ну, все. Ну что, этот уровень мы с собой тоже прошли. Я тебе не скажу, что он довольно легким был. А, нет, подожди, еще же зомби. Я его даже не увидел, прикинь. На тебе. Прятался за фресками там, понимаешь ли. Ну вот, теперь точно мы с тобой прошли. Я бы даже сказал, идеально. Растение хорошее, но слишком долго, ребята, оно копит вот этот свой комочек. Накапливает энергетический, снежный, ледяной какой-то. Ну что, мы с тобой переходим на третий этап. И давай посмотрим, что у нас тут. А вот это вот плохо, ребята. Ха-ха. Значит так, мы с тобой должны спасти... Ёлки-палки, там и Гаргантюа. Я не знаю. Ну, давай так, наверное, делать. Я не уверен, что правильно или неправильно, но... Фиг её знает. О, пушка. Так, секунду, секунду, секунду. Ну, вот куда ты, а? Пиратик, вот куда ты прёшь? Чё-то мне вот это вот не нравится все. Давай шмальнем. Давай сюда. Так, мы же можем, наверное, их вот так вот. А зачем я это? А зачем я это сделал, а? Вот зачем? Вот это было глупо. Так, бомбим. Бомбим, говорю. Нет, 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 нет. Никаких гаргантюа здесь не, нам они не нужны. Да чтоб тебя, а. Влупляем, ребят, влупляем. Я не вижу, что тут происходит. Мне главное, чтобы... А что тут главное? Пушки. Вот что тут главное. И гаргантюашек вот этих разбирать. Вот это нам с тобой просто важно и необходимо сделать. Комочки, комочки, комочки. Где еще комочки? Не вижу, ребят, никаких комков больше. Ну, погнали. Бумс. Куда ты? Так, секунду, ребята. Не могу сконцентрироваться, понять, куда чего надо, где влепить в первую очередь. Угу. Погнали. Видишь, он еще этих мелких своих бросает. И это плохо. Фух. Последний, да? Последний гаргантюа у нас тут. Если я не ошибаюсь. Давай с пушки его подобьем. Ну и слава богу, прошли. Прошли, друзья мои. Да, вот эти вот, конечно, охранники очень хорошо помогли нам, да? Отталкивают они далеко. При этом они еще наносят урон. Ну что же, четвертая стадия, поехали. А будем смотреть, что у нас тут за испытания нам представили. Ага. Замороженные лужайки, да, шипастые. Плюс... Плюс, друзья мои, вот их, наверное, будут толкать. Значит, нам, по идее, должны дать какое-то огненное растение или что? Без него, что ли, сегодня? Не, я не поверю, должны давать. Потому что эти шипастые лужайки мы с тобой 100% должны как-то разморозить. Обязаны просто разморозить. Вот, видишь, я тебе говорил же. Дают картошку нам с тобой горячую. Ага, так, давай, наверное, вот сюда бомбанем. Отлично. А этому растению по барабану, то есть его заморозить нельзя. Это уже хороший плюс, ребят. Это уже хороший плюс. Давай, наверное, так сделаем с тобой.
Ай, шикарно. Но их что-то многовато все равно идет. Так, комочки, блин, комочков нету. А лужайку шипасту, значит, все-таки, ребята, можно заморозить. Угу. Ее можно заморозить. Ну зачем ты сюда-то бросил тоже на свою голову? Ну давай, давай, вот сюда комок бросим. Сюда и вот сюда. Да как же так-то? А вот этих вот обязательно нам размораживать, ребята? Наверное, нужно. Потому что иначе придут толкатели, да, и будут их отталкивать. Ты смотри, что тут выходит, ребятулечки. Выгоняем их отсюда, выгоняем, 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 выгоняем. Мне пришлось потратить финансы. Пришлось. Не хотел. Так, этот с флагом шитик. Пошел он отсюда, а? Ох, смотри, какая тут орда идет. Огромедная просто орда. Так, этих с тобой разносим. Видишь, картошка, ребята. Для чего нам пригодится. Сюда. Твою же, да что ты, блин, я не могу понять. То ли она не созрела, этот комок. Я не могу ее взять. Ну что, вот видишь, я нажимаю, она не берется. В чем проблема, не знаю. Шипастую лужайку, вон их там целая орда. Как я тут с ними буду сейчас справляться здесь? Скажи-ка на милость. Пытаться надо. Бомбическая сила, а. Вот, спасибо вам за удобряшку. Давай ее влупим быстренько с тобой. Рандомно стреляет, ну, в принципе, неплохо. Практически куда нужно попало. Да что ж ты будешь делать? Там еще что ли идет? Там, друзья мои, еще идет. Мне этого гаргантюа когда-нибудь подбить удастся или нет? Наконец-то я его подбил. Давай вот сюда вот бомбанем. Вот сюда вот с тобой зарядим. Так, шипастая лужайка. Давай прям под ноги этому зомби гаргантюахе. Ну, комочек готов? Готов. Вот, спасибо вам за такой вот бонус. Ну ты будешь вот это вот уничтожать? Понятно. Придется делать вот так тогда. Не хочет. Так, давай сюда влупим. Ну быстрее, быстрее, быстрее. Потому что там целая куча. Они сейчас начнут тут своих этих охламонов разбрасывать. Ну и все в таком духе. Естественно, шипы размораживаем с тобой. Так, ты куда там разогнался, а? Мелкий. Сидит уже там, наяривает, прикинь, перекусывает. Сюда. Опять ты своего мелкого, а? Дрища этого выплевываешь. Так, шипастая лужайка, сюда быстрее. Сюда, и вон тех зомбарей. Да, ребята, хотел как-то пройти, не тратив голды, но ты видишь, у меня не получилось. Ну, не вышло. Итого у нас почти, ребят, 13 500 голды. То есть довольно неплохо потратился я, да? Одно только утешает, что это предпоследний уровень. И я надеюсь, что мы с тобой все-таки сможем заработать 6000 голды именно на арене. Так. Ну что, последний остается у нас. Поехали. Мы с тобой боремся здесь за одну пиньету. Но эта пиньета может содержать несколько там семян. Ага. И могилки еще сюда поставили. Молодцы, красавцы, ничего не скажешь. Я знаю, зачем они это сделали. Вот так мы сейчас с тобой будем бомбить. Опа. Сделаем вот так. Блин. Давай. Нам нужно с тобой расчистить место. Куда ты прешь? Куда ты прешь, а? Халабуда несчастный. Ой. Ой. Так, это нездоровая, ребят, фигня. Я сейчас потанцую, попляшу там. Не, ребят, нужно освобождать место здесь. Вылупляем. Отлично, вылупили.
теперь сюда. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Ё-моё, ну конечно же, как же без этих гаргантюах? Ну как же без них-то? Вот здесь нужно, ребят, нам еще расчистить. Желательно быстрее. Норма. И вот тут. Все, теперь отлично. Все эти у меня открыты. Остается только лишь бомбить, замораживать и уничтожать их. Что не так-то? Где комочки мои ледяные? Вот. Так, давай-ка, наверное, мы с тобой сделаем вот так вот. Ну, разве это не прелесть, а? Это прям шикарно сейчас было. Я еще комочки сам здесь буду применять. Ну, пока, гаргантюа. Так, комочек готов, запуливаем. Здесь тоже готов, запуливаем. Атакуем. Зондеркоманд, атака. Не надо своего вшитика этого выплевывать мне сюда. Он меня нервирует. Так, ну что, один за другим только сыпятся они здесь. И я тебе скажу, что этот этап вообще на изи прошли. Хорошая комбинация здесь, да? Ну, конечно же, без бумеранков здесь, наверное, было бы сложновато. Они все-таки наносят двойной урон при атаке и при возвращении своего, как говорится, бумеранга. Ну что, а вот у нас и пиньета. Лава Гуава, 10 штук. Скоро прокачается, друзья. Электрокамыш тоже скоро готов прокачаться. Кактус, он у меня не открыт, друзья. Кактус у меня не открыт. Так, ядовитый гриб. Окей. Дальше у нас шипастая лужайка. Готова, ребята, она прокачаться. Нужно только финансики. Ну что, в принципе, с ивентами все, да? Да, мы закончили. Так, что-то нас опять кинули на арену. Я хочу, знаешь, что сделать? Я хочу прокачать. Так, во-первых, заберем с тобой здесь награду. Так, шикарно. И зайдем-ка в библиотеку. Кого здесь можно качнуть? Пенек. Ну, я думаю, что пока он не актуален, так же, как и персик, да? Солнечная фасоль. Нет, я пока не хочу ее трогать. Кого-нибудь посерьезнее здесь можно выбрать? Чуть-чуть не хватает, да? Чтобы качнуть сумеречную катапульту. Вот, вот это уже другой разговор. Электрический горохострел. Еще можно качнуть. Вау. Слушай, вот это хорошо. Так, остается 6000 голды. 6000 голды. Так, можно и этого прокачать. А он бесплатно, ребят. Угу. Норм. Все, что ли? А, нет, могу еще. Третий уровень. Ага, и все. Ну, неплохо, третий уровень имеет. Это уже хорошо. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Кактус, ага, черника. А ты сколько требуешь? 5000. Давай, наверное, прокачаем Аки. Такой десант в шапке, все дела. Норма. Ну что, друзья мои, давай зайдем в Penny Pursuit. Посмотрим, новое что-нибудь есть. Или все у нас с тобой старый. Старый ивент идет до сих пор. Окей, что у нас тут? 800 монет. Ну, поехали. Поехали. Подеремся, повоюем. Посмотрим, что здесь у нас будет. Ай-яй-яй, ненавижу, когда вот с этими тележками все связано. Так, давай-ка я возьму, наверное, рандомное удобрение. Черт подери. Опять там гаргантюа. О, слушай, ну так-то можно жить. Если у меня будут... наши горохострелы под удобрением, то грех этим не воспользоваться, согласись. Бомбим? Конечно, бомбим, ребят. Так, давай сюда влепим. Нам главное защитить, я так понимаю, вот эти вот цветочки. Орехи, везде, ребята, орехи будем ставить. На, ешь. Не хочет, точнее он погиб, ребят. Не успел он схавать. Так, сюда поставим орех. Погнали. Строчи.
как полоумный. Сюда влепим. Ну что-то там уже хавает, понимаешь? О, удобрение. Ну слушай, здесь мы с тобой, скорее всего, пройдем. Особых тут трудностей, я думаю, не будет. Хотя волна еще только, ребят, начинается. Скажем так. А, я же их могу еще соединять. Точно, я совсем забыл. Поэтому все норма. Опачки. Дали нам вот такой вот. Кто там дрынкает-брынкает у меня, а? Скажи-ка мне на милость. На. Хоп-хоп-хоп. Сразу заплясали эти все охламоны. Так, давай, наверное, сюда влепим с тобой. И вот сюда. Так же, как сюда. Блин, у нас удобрение уже, ребят, слишком перебор даже, я тебе сказал. Ну, давай вот сюда вот влепи. Отдай, отдай удобряшку. Куда ты? Ха, своего хламона бросил, думает, я его здесь пропущу. Нет, ребят, конечно же, не пропущу. Влупляем. Теперь сюда поставим. А здесь сделаем вот так. Да ну, тут все на изи. Вообще никаких, ребят, проблем. No problems. Хотя, погоди, ребят, проблемы сейчас будут. Вон, прыгуны пришли. Пришли у нас с тобой попрыгунчики. Но только они, по-моему, ничего не успеют сделать. Так, давай сюда сделаем, поставим. Я уже не знаю, куда просто ставить эти растения, ребят. Все забито. Ну-ка, давай сюда. Окей. Ну, я так понимаю, все. Прошли. Ну, уровень сложности был, конечно, самый начальный, ребята. Удивляться не стоит. Новый перк улучшен. Так, друзья мои, погнали тогда с вами дальше. Вот, 8-й уровень. Здесь какая награда? Ага. Вот как думаешь, справимся на 5-м уровне? Рискнем? Давай рискнем. Посмотрим. Ну, не получится, так не получится. Зато попытаемся. Ё-моё, и здесь все уровни с этими тележками, что ли, будут? Ну что, наверное, будем с тобой брать удобряшку. Наверное, да? Так, здесь зомби-прыгуны. Все дела. Подсолнухи. Ну, ага. Понял. Мы еще с тобой не должны потерять 70 растений. Правильно я так понял? Фигово дело. Отвратительное. Но тут, по-моему, не было Гаргантюа. Не было, да? Давай я сюда, наверное, так сделаю. Нет, подсолнух я не хочу, ребят, ставить. Вот так вот. Сюда можно кого-то поставить. Сюда близнеца надо ставить, 100% тебе говорю. Давай вот так вот влепим. Ну, вы будете мне энергию-то давать, солнышки? Влупляем вот так вот. Ага. Отлично. На, если что, покушай. А, нет, ребят, он уже все, обделался там. Этот вообще очень, ребята, долго бомбит. Беспонтовый какой-то на самом деле, да? Так, давай вот так, наверное, сделаем с тобой солнечную энергию. Заработаем. Так. Все, хлопчик довыпендривался. Ну, здесь тоже наверху. Он один не справится, че он тут? Строчит, строчит, и это бесполезно все. Тут еще прыгуны сейчас будут. А вот эти нам с тобой, наверное, выгодно, знаешь, как делать? Вот так вот убирать, ребята. После каждого раза, да? И по новой выставлять. Например, вот так вот. Ага. Погнали. Так, орехи, орехи будем сюда выставлять. В общем, сейчас пойдет первая волна. Самая мощная, да? Их всего здесь будет две. Их здесь будет две. Че он там? А,
Он съел фасоль. Так, а вот ребята и прыгуны. Вот они, прыгунчики, идут. Так, этот, если что, ребята, съест фасоль и обделается. С этим, я думаю, мы разберемся, которые наверху идут. Упс, давай, давай, ешь фасоль. Тебе полезно. Тебе, парень, полезно есть фасоль. Так, кстати, тебе тоже полезно. Так что ешь. И не дуркуй. Так, влупляем, короче, ребят. Влупляем, потому что смотри, что происходит. А происходит то самое, ребят, противное и ужасное. Они прорываются. Вот что я тебе хочу сказать. Потихоньку прорываются. Подсолнухи мои меня не радуют. Не хотят радовать абсолютно ничем. Сбрасывают все абсолютно не туда, куда надо. Тоже есть хорошо с их стороны. Давай, влупляй. Так, сюда, наверное, поставим орех. Пускай он лопает его. Так, это у нас кто? Ну, прыгуны, естественно. Куда же без них. Вот, давай, кушай там. Тебе полезно будет. Не хватает энергии, а? Вот она. Вот, ать, не то. Тогда сюда поставим. Хорош, а этот все-таки прорвался, ты посмотри. Прорвался, да, тут не поспоришь. Так, здесь, наверное, мы вот так с тобой сделаем. Просто за всеми тут, конечно, не успеть, ребята, просмотреть. Вот видел, как я здесь просмотрел зомби одного. Вот так вот. Ну вот что, он сейчас съест подсолнух, верно? Конечно, съест. Он уже его смял. Мне неохота тратить деньги. Не хочу я этого делать. А другого варианта нету. Ну давай, слопай ты вот этот вот, пожалуйста. Так, еще последняя волна, ребята, будет у нас. Так, бедный, бедный этот, да? Хочет слопать, он слопает. Так, тут даванули. Этот прыгнул. Этот тоже прыгнул. В принципе, это ничего страшного, ребят. Фиг с ним. Вот она, последняя волна, ребят, началась. Так что подготавливаемся. Бомбим. Сюда, естественно, бросаем фасоль. Пускай тут приумножается. Тут по-другому не скажешь. Ага, у нас, оказывается, еще арбуз был. Я просто, ребят, все время его как-то игнорировал. Ну что, придется, ребята, использовать вот так вот. Сами видишь, что там происходит. Сюда. Так, тихо, тихо, тихо. Ты, вот куда он тут идет, ребята, все, да, крышка. Я... Блин, мне придется, ребят, смотреть. Так, ну что, два раза глянули. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы мне откинуть. Да-да-да, все, получается. Ну, отлично, ребята. Прошли. Ну что, давай посмотрим дальше. Что нас поджидает. Тяжелый, конечно, уровень, когда вот берешь. Так, тут 600 монет можно заработать. Но ведь я не потяну. Нет, конечно. Восьмого уровня не получится. Да я даже, наверное, и первый уровень не потяну там. Пятого уровня зомби пойдут. Чё там? Не дайте уничтожить три растения? Ты серьезно сейчас? Курицы. Блин. Не дайте уничтожить три растения, говорит. Ну, предположим, что я могу здесь сделать? Что взять? Луны. Ага, возьмем с тобой, наверное, вот этот вот. Стоит, не стоит. Блин, я не знаю, ребят. Дейзи, наверное, возьму. На всякий случай сюда. Так, здесь курицы. Значит, нам нужна с тобой, по идее, шипастая лужайка. Или вот этот вот галактический орех. Или же электрокамыш. Электрокамыш тогда возьму. Плюс шипастая лужайка. Только я буду брать именно каменную лужайку. Где она?
Именно каменную, не травяную. Вот она. И можно, в принципе, взять магнит. Да? Можно взять магнит. Но опять же, при условии, что его не съедят, этот магнит, иначе мы с тобой сфейлимся. Ну и ко всему прочему, тут, наверное, надо взять... А зачем мне лунный цветок? Скажи-ка мне на милость. Я лучше возьму сумеречную катапульту. Вот так, и все это нужно будет как-то... А, нельзя брать, да? Получается, нам с тобой мяту. Потому что она будет как одноразовая, это минус нам. Ну что же тогда остается? Летающих нету. Может, арбуз? Ну давай арбуз возьмем, наверное, с тобой. Или вот так даже. Все. В плане репик. Вы хотите сказать, что здесь нужны будут подсолнухи, да? Хорошо. Будь по-вашему. Возьму еще подсолнух. Где он, наш любимый? Да исторически все. Ребят, вот такая вот команда у меня будет. Остается только проверить, сработает это все дело или нет. Орех сразу же, наверное, ставим сюда. Так, стопы. Как бы нам этого-то жучить? Наверное, через Дейзи будем с тобой бомбить. Так, нам нужны подсолнухи. Нам нужно много подсолнухов, чтобы быть точным. Сюда надо... Блин, наверное, надо было брать, не знаешь кого? Близнецов, которые стреляют и вперед, и назад. Зачем? Ну, затем, чтобы, ребята, когда эти прыгуны будут перепрыгивать, они не съедали мои растения. Точно. Вот здесь я лопухнулся. Шипы... Ну, если я даже шипы поставлю. Ну, можно, в принципе, попробовать через них сыграть. Но вряд ли это поможет. Да? Через шипы, как думаешь, поможет или нет? Вряд ли. Давай сюда влупляем. Как бы орехи. Орехи поставим с тобой. Ну, защита, это все понятно. И подсолнухи. Вот, например, если здесь прыгнет прыгун, то Дейзи съедят, а нам нельзя с тобой потерять трех растений. Если съедает, все, это будет фейл. А вот так вот. Шипы еще дорого стоят, ко всему прочему. Шипы еще дорого стоят. Поэтому тут особо на них... Надеяться, я не знаю, ребят. Вот поставлю. Поставлю сюда. Как раз против прыгающих. А вон, ребята, у нас и курятник появился. Нельзя, конечно, чтобы еще курицы съели, вот, например, этот галактический орех. Так, ну здесь, конечно же, нам поможет с тобой электрокамыш. Поможет ведь? Поможет, конечно. Куда он денется? Так, ну и копим с тобой, соответственно, финансы. Давай так влупим, наверное. Сюда поставим. Так, пока вроде бы все неплохо, ребят. Все вроде бы пока нормуль. А вон, это не прыгуны, нет, это не прыгуны. Давай их оттолкнем чуть-чуть назад. Влупляем. Так, секунду, 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 секунду. Вот тут что-то много вас там накопилось-то, эй, буржуи. Блин, сейчас уничтожат, да, наверное? Ставим. Откидываем. К примеру, сюда влепляем Дейзи. Еще надо их отбросить. Сюда поставим вот так.
Вот сюда нужно было нам с тобой поставить другое немножко растение, ребят. Хорошо, давай их откинем. Вот таким вот образом. Влупляем, короче, супер ударами. Да почему он там-то не уничтожает, я не пойму. Так, ребята, один съели. Одно растение съели, сейчас съедят еще одно. И это будет орех. Ну а что еще оставалось делать? Вот что? Погнали, отталкиваем, потому что прут. Просто бегут своей толпой. Еще оттолкни, пожалуйста. Так, теперь вот так вот влупляем здесь. Отлично. Здесь тоже давай. Нормуль. Так, вжариваем. Фигня, да, получилось? Давай, отталкивай, отталкивай, отталкивай их. Не имеем права, как говорится, их допустить. Слушай, у меня почему-то ноль осталось. Но я еще живой. Не проиграл пока. Может быть, я зря волновался? Нет, не зря. Так надо, друзья мои. Все. Мы прошли. Рассыпался, короче, зомбарь. 600 монет. Немного, но и немало. И у нас с тобой еще есть энергия, чтобы мы прошли вот этот вот. Тут 800 монет дают. Уровень опять же 5. Ну давай посмотрим, кто на этот раз тут будет стоять, выжидать нас. Опять вы. Что там насчет солнца, насчет энергии, ребята, написали, я так и не понял. Обычные зомби, да, ходуны. Обычные зомби, ходуны. Так, лунный цветок, не знаю, ребят, нужен он или нет. Возьму вот этого. Возьму Дези. Возьмем с тобой вот так. Кого еще? Возьмем, наверное, с тобой орех вот этот вот. А зачем нам орех, если у нас есть вот шипастый? Может быть, арбуз нам взять? Арбуз. Ну, предположим, возьму арбуз на свой страх и риск. Наверное, возьмем подсолнух и все. Ну, мину можно еще взять на худой конец, да? Мину и, предположим, связанный с катапультами. Но с катапульта не так уж и много. Ладно, пускай... Нет, вот это возьмем. Все, поехали. Фу, вперед, как говорится. Ну, естественно, лунный цветок будет первым у нас тут стоять. Поставим сюда подсолнух. Мины. Конечно же, мины на защиту. Вот так. Такой с щитом. Защитничек. Да взорвись ты, ё-моё. Другое дело. Так, думай, 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 что нам с тобой... Нам нужны деньги. Мину. Опа. Бамс. В щепки. Дейзи. Нет, мяту я пока не буду использовать. Незачем. Вот сюда влепим. Как только их будет дофига, ребят, конечно же, сразу активируем. Пока собираем. Опа. Ну вот что ты прешь? Что тут прешь, я не пойму, а? Идет, блин, в наглую причем, а? Нахрапом. Так, сюда поставим, да? С тобой, получается, подсолнух. Да его я не знаю, ребят. Ну вот сюда пускай стоит. Спереди. Вот так. Бедный сейчас подсолнух съедят этот. Бедолашку. Хоба. Миночки им тут разбросали везде. И окей. Слушай, а волна-то уже заканчивается, если честно.
Понимаешь, оно уже заканчивается. Так что зря я тут переживал. Давай, наверное, вот так себе сделаем. Ну, ты видишь, что-то происходит. Просто в рассыпуху всех разносим. Ну, кто же знал, что будет так легко? Я, например, не знал. Давай, 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 давай. Бомбим. Вот и все, и рассыпался чувачок. Ну, на халяву, грубо говоря, мы с тобой получили 800 монет. Плюс прокачали с тобой перк на удобрение. Смотри-ка. Зомбос проснулся. Ну что, будем пытаться его вальнуть? Ну, конечно, будем. Жалко, что у меня растения нету, да? Сразу под ультой. Было бы так прикольно, мы бы наваляли бы здесь. Ладно, сейчас просто посмотрим, что он вообще из себя здесь представляет. Возьмем, наверное, с тобой... Вот, вот это вот хочу взять. Трындец. Эти офисные зомби бесят меня, если честно. Бесят они. Магнит. Понадобится или нет? Без понятия. Знаю, что мне, наверное, понадобится здесь Дейзи плюс взрывная мята. Возьмем электрических ребятулек нам. Возьмем на всякий случай мину. Мину. Три стрелы я возьму, раз он все равно под ультой идет. И вот так. Ага, молодец какой я. А нужна ли нам здесь солнечная энергия? Я не знаю, ребят, давай проверим. Не написали нам, что типа репик, все дела. Типа обойдешься, да? Ладно, вставляем с тобой мины. Это в первую очередь. Минами тут с тобой все заложим. Прыгунов там вроде бы как нету. Поэтому сделаем вот так. Плюс поставим. Дейзи не туда влепил. Чтобы их, если что, ребята, замедлять, естественно. И плюс поставим с тобой арбузик один. Все, поехали. Вот он, зомбос. Вышел на своей телеге древнегреческой. Ну что, понеслась, как говорится, да, душа в рай? Вот мне нравится, что вот эти вот электрические шары, они наносят урон не только через того зомби, которого пролетает, а еще и рядом стоящих. Вот это вот очень круто. Как раз против всяких курятников и тому подобных, да? Так, плюс у нас есть... Оп, вот такой вот заморозчик. Естественно, взрывная мята. Так, что там происходит, ребят? Не вижу, если честно. Ага. Так, у него сколько? Три хпшки, типа, да? Не забывай, что у нас еще три стрелы здесь есть. Ой, три... Ну да, три стрелы, правильно. Че я вдруг пужанулся-то? Думал, что я неправильно сказал. Все нормально, все правильно. Так, 2 хп у него всего лишь остается, да? 2 хп это просто, ребята, радостно. Арбуз, давай, бомби. Взрывная мята. Ох, сколько солнечной энергии. Так, давай еще арбуз. Впаривай там, по полной программе. Чтоб ему было пусто, этому зомбосу. Интересно, успеем мы пройти с тобой, не? Чтобы получить хорошую награду. Ну-ка. О, как шикарненько. Бумкнули мы. Так, заморозочка. Давай сюда ее. Оп. Не особо хорошо, конечно, она мне здесь помогла. Так, ребята, времени еще минута. Поехали. Еще поехали. Так, взрывная мета готова. Активируем. Все. Ребят, мы с вами босса, зомбосса победили. Теперь можно просто... Я даже не знаю, что. Просто атаковать. Мы с тобой награду все равно уже получим фуловую. А, смотри, как гаргантюаха. Ух ты, даже гем нам выпал, прикинь. Так, давай, подожди. Вот так я хотел сделать. Ну тут, конечно, жестко, ты посмотри. Просто распинываем их.
Так вот сделаем. Давай еще, наверное, арбузики с тобой активируем. Золотые монеты даже выпадают. Каждая монета, по-моему, дает соточку, да, нам? 100 золотых. Так, давай вот так сделаем. Сюда влупим. Ну, просто, ребята, расколбас. И у нас 7 секунд. Последние 7 секунд идут. Тут уже понятно, да? Победа будет за нами. Безоговорочно. Ну вот. И что мы с тобой? 2200 получаем, да? Плюс... плюс пиньета. Так, 2200. Ага. Солнечная фасоль, которую, кстати, нужно прокачать. Ага. Огненный дракон, Sharp Dragon. Ну и заморозка наша, Ice Bloom. Ну, в принципе, я доволен. Я доволен, ребята. А сколько нам, по-моему, 3 попытки, да, даются этого зомбоса валить? Ну, вот здесь я почему-то сомневаюсь, что смогу пройти. Хотя хочется, если честно. Какого уровня здесь? Так, здесь был первый уровень, а здесь 4 уровень, да? Скорее всего, вряд ли у меня получится. Нет, можно, конечно, попытаться, ребят, но это, мне кажется, будет слив. Зомбос здесь не будет, как говорится, нам прощать наши ошибки. Так, выбираем с тобой что? Вот это, конечно. Здесь будет и курица пожестче. А, у нас 3 стрел с тобой, все, да, ребята? Без бонуса стрельбы. Угу. Ну, фиг с ним, ребят. Попробуем. Что ж делать, да? Ну, без бонуса так без бонуса. Ну, промнут нас с тобой чуть-чуть. А может быть и не чуть-чуть. Может быть очень даже смачно промнут. Так, давай Дейзи выставлять. Ага, на 3 стрелов уже не хватает. Ну что, поехали? Выехал на своей вшивенькой тележке. Активировался, да? Ну что? Блин, курица как-то просто подъехала. Активировала и все, ребята. Так, ладно, берем. Берем, бомбим. Стреляем, шмаляем. Все как всегда. Мне нужна солнечная энергия. И желательно побольше. Да ладно, серьезно что ли? Смотри, смотри, что идет. Проходит, проходит. Давай сюда, наверное, с тобой поставим. Опа, опачки. Буйволы, вы куда? Вам здесь не рады вообще. Нисколечко, замораживаем. Ты помнишь, что он делает? Вот так, ребята, он очень активно здесь выпускает свои снаряды, ракеты. Хо-хо-хо-хо-хо. Да, и гаргантюашек-то, ребят, много выпускает. Не просто много, а чересчур много, я бы так сказал даже. Ну-ка, давай с тобой, наверное, вот так сделаем. Эх, и друзья мои, как тут жестко. Да посмотри, ты просто полюбуйся. Трындец какой-то. Ага. А я-то радостно думал, вот сейчас мы с тобой тут. Нет, 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 нет. Я не хочу погибать. Я не хочу, ребят, здесь сдаваться. Ну-ка, поехали, мят. Взрывная мят, ребят. Я в шоке, что тут творится. Просто, ребят, в шоке. Тут, наверное, не победить мне. Да нет, конечно, как я тут смогу. Тут посмотри, какая волна идет. Если бы у меня были бы, предположим бы, все перки активно, которые там можно, да, все 3 ячейки, возможно, мы здесь бы с тобой и могли бы пройти. Но в данный момент не, никак не получится, ребята. Просто, ну, никак. Слишком тут все серьезно.
Слишком большая конкуренция. Так можно это назвать, наверное. Посмотри. Так, взрывная мята пошла. Она меня, конечно, хорошо тут выручает, если честно. Вот именно взрывная мята. Опять этот курятник там вылез. Я вижу я его. И опять фортепиано, и опять все дела. А заморозку? Чик. Видишь, что творит? Давай. У меня аж подлагивать все стало, прикинь, ребята. От того, что здесь их просто целая куча. В плане. А, я обязательно должен забомбить? Нет, спасибо, я не хочу, ребят. Ну, не справился я по времени, у него еще, смотри, три полоски здоровья. Мне никак, ребят, не справится. Ну, 1700 я заработал, фиг с ним. Утешительный такой приз мне дали. То есть, если бы у меня растения были бы, ну, 8 уровня, да, возможно, я бы здесь прошел. И опять же повторюсь, если бы у меня были бы открыты все ячейки на перке, а они открываются с помощью гемов. То есть, ты должен гемы свои потратить. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на этом я, наверное, буду закругляться на арену. Я, наверное, уже схожу за кадром. Ну, возможно, и не за кадром. Ребят, вы пишите мне в комментарии после выпуска видоса, если вы захотите, чтобы я прошел ее, аренку сегодня, то пиши в комментариях, и я пройду, успею за сегодня. А на этом пока все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.